Тем временем 97 бойцов из Архангельска, Вельска и Северодвинска разыграли призы и медали 16-го традиционного юношеского турнира по боксу памяти Николая Маковеева. В турнире приняли участие младшие, средние и старшие юноши из 10 команд. Соревнования стали своеобразным смотром наших перспективных боксеров и подвели итог соревновательному сезону. Приз лучшего боксера турнира памяти Николая Маковеева завоевал северодвинец Данил Головин, победитель в весовой категории до 75 килограммов. Самым зрелищным поединком стал бой между Евгением Погосяном, получившим приз за волю к победе, и победителем данного боя Александром Гуляйкиным, который заслужил приз за лучшую технико-тактическую подготовку. Кубок Петра Березовского завоевал самый юный победитель турнира Лев Сынков. Всего на счету северодвинских боксеров 10 золотых наград.